Зубр – практически вымерший вид парнокопытных из рода бизонов. Именно американские бизоны помогли восстановить популяцию европейского зубра. И это последний представитель рода быков в Европе. К началу 2021 года в мире насчитывалось около 9000 особей зубров. Самый большой на нашей планете заповедник зубрами – Беловежская пуща, охватывает территорию двух государств – Беларуси и Польши. Там живет самое большое стадо зубров в Европе – 800 голов. Под вид кавказский зубр, другое название – домбай, который в наши дни обитает на территории заповедников Кавказа, является зубробизоном. Он появился на свет благодаря селекции последнего чистокровного кавказского зубра с беловежской самочкой. С вами канал «Планета Земля».